Более 130 самозанятых нашего города приняло участие в проекте «Займись делом». В Сарове мероприятие проходит ежегодно. Участники узнают о комплексной программе, которая позволяет изучить особенности ведения деятельности. Проект реализуется Министерством промышленности, торговли и предпринимательства региона совместно с Корпорацией развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области и Союзом торгово-промышленной палаты области. Спикеры и сопровождение полностью нам оказывает торгово-промышленная палата. Мы очень ценим наше сотрудничество. И особенно ценно, что этот проект у нас реализовывается уже каждый год с 2020 года. Уже достаточно много самозанятых нашего Сарова приняли в этом проекте участие. В этом году проект пройдет в два этапа. Участники смогут познакомиться с сервисами платформы mcp.rf. Пройдут обучающий онлайн-курс, на котором разберут основы бухгалтерского учета, оформление налоговой документации и сертификацию продукции. А также смогут принять участие в бизнес-игре, на которой специалисты центра «Мой бизнес» помогут подготовить план своего проекта. Призы максимально полезны. Финансовая поддержка в данном случае не выделяется, а выделяется непосредственно помощь в продвижении своей продукции и услуг, в создании личного бренда, подготовке портфолио, выходе, если необходимо, на маркетплейсы, развитие онлайн. Поддержка максимально обширная и непосредственно подбирается каждому проект-победителю. Стать участником проекта «Займись делом» может любой самозанятый. Подать заявку можно до 12 июня в Центре поддержки предпринимательства. Более подробная информация по телефону 992-64. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.